Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем видео я буду показать свой второй плиткорез. Точнее, это мой первый плиткорез. Это фирма Bosch. Bosch PTC-640. 64-сантиметровый плиткорез. Ну, конструкция у плиткореза совсем другой. То, который использовал обычный плиткорез, или Sigma, или Monolith, или Batipav. Который первый раз, если будет использовать этот плиткорез, создает очень большую проблему. Почему? Потому что непривычно. Во-первых, у него направляющий такой. Направляющий снимается. Перед тем установить плитку, надо снимать направляющую сторону. Получается вот так. Каретка у него на пружинах. Линейка тоже самое, двигается до 38 сантиметров. Полосу можно резать. То же самое здесь для 45 градуса. Например, можно установить 45 градус. Конструкция, конечно, вот таким образом зафиксировали. И то же самое здесь зафиксировали. И получается у нас 45 градусов. И здесь как раз и линия есть, показывает. Рукоятка у него два, надежный такой рукоятка. Этот плиткорез я уже использую 4 года. Он очень помогал, хороший плиткорез. Если привыкаешь, то плиткорез отлично. Я даже с этого плиткореза зеркало резал, толщиной 3-миллиметровое зеркало резал. Вообще исправился полной программой. И десятка, и одиннадцатый, 11-миллиметровую плитку тоже резал. Ну, бывает, что да, где-то в какой-то плитке не может резать, или в сторону уходит. Ну, это в большинстве плиткорезов такой проблем есть. Проблем тот, что у него вот сам направляющий, видит он, каким образом сделано режущий ролик. Торчит отсюда. Один плюс много, и то же самое минус много. Один плюс, вот когда устанавливаем плитку, сейчас я положу плитку. Вот, плитку положил, да. И когда зафиксирую направляющий, эта плитка здесь уже не двигается вообще, стороны не уходит. Вообще никак не уходит. Его снимать отсюда невозможно. Видите, даже плиткорез двигается, а плитка не двигается. Резать то же самое, как обычно, сюда. От себя. Не так, как у Sigma. Ну, как обычно. От себя и резал. Ломает за счет лапку, которая у него лапка такой. Который резал, потом ломает. Тоже, так сказать, хорошая конструкция. Только проблема тут, что с этой плиткорезом меньше 22 миллиметра полоса невозможно резать. Почему? Потому что лапка не достает. Лапка не достает. Один лапка упирается на плитку, а второй лапка остается на воздухе. Вот такой проблем есть у него. А образно. Сам направляющий из металла сделана, а сам плиткорез из алюминия. Плиткорез надежный, да. Кто, у кого основной заказы 60 или 63 на 63 или 61 на 61 плитки, плиткорез помогает. Я сейчас хочу резать плитку, которая 60 на ширина, не знаю, какой-то. 32 сантиметра, а толщина 7 миллиметров. Хочу сейчас срезать, показать, как он работает. Сейчас одну языку. Вот порезал. Лапку спустили.
Сейчас посмотрим, как он это. Ну вот. Не сказал бы, что плохо резал. Резал хорошо. Ролик тоже никогда не поменял. Ролик тоже уже пятый год, да. Режу. Изначально, да, ролик проблем создал что-то. Или, может быть, я не привык. Поэтому мне проблем создали. Это перед корей где-то месяц. Мучался, а конца уже получилось. Одной рукой тяжело держать, конечно. Ну вот, видите. 7-миллиметровый плиткой справился хорошо. Сейчас поставлю, установлю другой плиткой. Это уже у нас десятка. Керамогранит. Рифленый конкретно там. Рельефный. Я не знаю, видно, не видно. Видно даже. Не попробовал, не резал. Сейчас посмотрим, как это. Если эта плитка получится. Установили. Сейчас, секундочку. Сильно надо давить. Но все равно резал. Интересно то, что рез у него очень хороший. Вообще он там такой круг, что вообще очень маленький. Даже сказал, что нет у него такой какой-то сколы. Вообще идеально режет, четко. Только любит силу. Или держать, ударить, или давить сильно. Вот это второй полоса, даже можете сами смотреть. Такое ощущение, что это заводская сторона. Ну, вот такой плиткорез. Под 40, по диагонал тоже резали. Да, бывает плитка, что режет, бывает плитка, что проблем создает, там сторона уходит. Ну, плиткорез, что могу сказать. Еще один плюс. Сейчас соберу плиткорез. Еще один плюс у него вот, вот это два ручки, чтобы переносить плиткорез. Ну, здесь еще у него ремешок есть, который ремень, который одевается сюда, отсюда сюда зафиксируется ручка, чтобы не двигалась. Поднял плиткорез и все. Таскал с собой куда хочешь. И ребро жесткое у него вообще очень мощное. Даже вы сами можете смотреть, сколько у него ребро жесткость есть. Вообще капли, даже миллиметр. У него нету никакой вибрации, изгиба, ничего нету. Каретка здесь одевается специально вот этой заклепкой. Ну, у меня там пару штук уже потерял. Когда надо, снимал заклепку, снимал каретку, почистил. То же самое вот. Вот это металл, который помогает ломать плитку. Он тоже сам снимается, почистится. Видите, вот за счет этого болты открутил, снимал, почистил и снова закрутил на место. Ну вот такой плиткорез. Цена стоит, я его покупал, то есть там где-то $250. Ну конечно, новый плиткорез Шижинг. За такой цена, сейчас, если у меня был бы выбор, я, конечно, выбрал бы Шижинг, чем этого. По поводу размера, и по поводу резать плитку, и усилия, которые здесь надо, сила, а там особо сильно надо. Здесь ни одного подшипника нету. Вообще, здесь за счет вот этого алюминия пластинки, которую видите, вот этот вот, маленький. Они раньше были круглые, они уже стали такой
прямые. Это из-за того, что каждый раз режешь, стирается. Опирается сюда и стирается. Ну, я не знаю, ну 4 года до половины дошел. Надеюсь, что еще 4 года будет работать. Сам лапка приятно такой, удобный. Ломает, да, просто сила надо. Такой, всем хорошего дня. Если понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь.